Егерь перед охотой на медведя консультирует, значит, молодых охотников. После того, как вы стреляли по медведю и произошла осечка, от медведя нужно отходить так. Не оборачиваемся, отступаем спиной. Шаг вправо, шаг назад. Шаг влево, шаг назад. И так вот продолжаем уходить от него, не поворачиваясь к нему спиной. Молодые охотники: а зачем так вот это вот? Он говорит: чтобы на говне не подскользнуться.